ошибаетесь, адмирал Уэлл. Океан пуст, как никогда. Да ты не туда смотришь. Не тут, а там. Простите, шеф. Кричи, ты первый увидел. Что? А что кричать? Кричи так. Плавучий предмет по правому борту. Какой же это предмет, когда это кит? Кит! Мамочка, кит! Кит? Не может быть. Кто-то там кричит на том корабле. Мне кажется, лает собака. Шлюпку на воду! Держись, собачка, держись! День Бенедикт! День Бенедикт! А какая собака, день Бенедикт? Я так полагаю, Джеки, что это, безусловно, четвероногая позвоночная. Точнее, собака из породы так называемых австралийских динго. Динго? Тебя зовут Динго? А мне Джек Уэлдон. Ну дай лапу, Динго. Ну дай. Ну дай лапку, Динго. Егора! Егора! В чем дело, Егора? Откуда собака знает вас? Об этом надо спросить у собаки. Как вы себя чувствуете, адмирал Уэлдон? Благодарю вас, почти прекрасно. Я хотел бы быть вам полезным. Дик, а куда пропала Америка? Ее караулит Геркулес. А разве она может убивать? По какому праву вы заковали в кандалы экипаж американского корабля? Что вы намерены с нами делать? Продать. Продать? Ну, разумеется. И вы, и ваш мальчишка, и даже Эд Мухолов, вы все конкретная коммерческая ценность. Вы забываете, что мы свободные люди? Нет, миссис, это вы забываете, что это Ангола, а не Пятая Авеню в Нью-Йорке. Нянечка, а я теперь сильнее Геркулеса. Я рассердился и прогнал лихорадку. Мамочка, а где мой друг, капитан Сент? Джеки! Мама! Геркулес! Масса, Дик, что с Динго? Не знаю.